ходу игры Тасмания Джек Джампес против Айова Бирза. Так, ну что, Айова Бирзавты Лепилин Станислав и еще одного не вижу. Да, 11-й это Родионов Максим. Ну все, мы теперь всех героев там, что там, пока без каких-то, ну, каких-то особенных мыслительных процессов. Хорошо, 3. Отлично, залетает. Так, Джек Джампус в атаке. Снова из нуля. Там 3 летит и залетает. Файнали. Играет пас. Так, там проход. Отлично, скидка на 3. Снова проход от 23-го. Отлично. Приносит еще плюс 20. Человек-то есть. Скажите, за кого болеете? Какие у вас прогнозы по поводу сегодняшней игры? Хорошо, как залетает. Ничего страшного. Один раз не забьет, второй раз забьет. И 3 очка приносит своей команде. Вообще, на самом деле, интересно, какие у вас прогнозы, друзья? Отлично, там еще один залетел. У Берзавров из 21 игры 13 побед. Из 21 игры 8 побед. То есть поменьше они побеждали, но сейчас почему-то выглядят поувереннее. И уже Джек, ой, извиняюсь, Берзавры в атаке. И вот 3, отлично. 44-го Лепилин Станислав свои очки приносит. И вот, пожалуйста, уже впереди планеты всей. Там бежал, отлично. 23-й на Рыбакове был мяч. Опа, и еще из-под кольца разок Лепилин Станислав забивает. Бросает их оппонент, словно. Так, ну и Джек Джампас. Что, они меняют свои позиции? Берзавры заёбы. Вот раскидали мяч, и в итоге забили. Плюс 3. Так, и снова из нуля, там 74-й номер, Тони бросает. И... А, второй залетает. Забил. На подборе тоже проиграли Джек Джамперс, но не беспокойтесь, Берзавры решат. Опа, и снова из нуля Тони там забивает. Снова плюс 3. Спасибо. Так, ну и уже со стороны не получается забить. Джек Джампас старается изо всех сил, но пока что немножко проигрывает позиции. А вот, ух ты, вот это была попытка. И Джек Джампас, отлично, есть, вот там прям... Это был Григорьев Александр. И Рыбаков, отлично, еще плюс 3. Вернуться в свою атаку. Но не скоро это произойдет, потому что сначала Лепилин Станислав забивает плюс 2, а потом еще Джек Джампас. Вот это были движения под кольцом. Но жалко, что никто не вернулся в позиционную атаку. И Рыбаков там еще плюс 2 забивает. Интересно, они вроде как не позиционная, так? Они просто встали, где встали. Ой, как хорошо. Но в любом случае ответно не забито. Опа, и Тони там из-под кольца хорошо. Берзавром. Но в итоге, вот смотрите, они не атаковались. И Тони хорош забивает все-таки. Есть бросочек. Да, один из... Смотрим, так, надо бы мяч сохранить, не потерять. Они вдвоем держат, ребята. Вау, Бензаврин, спустя... Так, хороший подбор у Бензавров. Забивают они
за счет подбора и концентрации. Ну и теперь уже время защищаться. Ух ты, какая твоей трешкой обескуражил. Так, хорош перехват. Лепилин Станислав. И один убежал в атаку и там уже и забил. Там на поддержке один мимо. И еще один есть. Отлично. Вообще молодцы парни. Футболисты, что ты, извините, заикаюсь. Отлично. И подбора. Григорьев Александр. И второй раз забивает. Отлично. На Так, один был. Можно было бы бросать, но тут ассист получился хороший. И в итоге все. Отлично. Трешка. Кто это был? А, это был Рыбаков из нуля. Почему-то я не удивлена. Очень продуктивный парень. Какой хендок. Из-за спины так отдал тайно Рыбакову. А он-то и забил. Так, Джек Джампер. Надо забивать, потому что все скучковались в одно место. Ну ладно, Тони в итоге забивает все равно два. Ну ладно, что есть, то есть. И штрафные. Еще раз возможность забить. Один есть. И второй тоже залетает. Отлично, бросочек. И хорошо играет в пас. Интересно, что... ух ты! Хорошо! Интересно, что никто не... Один есть. Хорош, никто не держал Берзавров, и вот они спокойно там забили первый номер. Костеля Михаил. Ой, Берзавр, извините, Тасмания Джек Джампа. Григорьев Александр. Так, ну и Берзавры тут в атаке. 44-й номер. Какой он дриблинг, как нашел на себе контакт. Лепилин Станислав. Чуть ли не забрали у Берзавров мяч. Да, точно забрали. Перехват. И 1-1 убежал в атаку. Интересное движение сейчас было. В спину толкнули. Ну ладно. Посмотрим. Все еще Тасмания Джек Джампас в атаке. И забивают они. Сложный соперник. Но снимаю шляпу. Потому что ребята не сдаются и продолжают играть. Отлично. Трешка. Есть. Своим оппонентом. Так, ну и как-то не держали Джек Джампа совсем своих оппонентов. Заканчивает продуктивно свои атаки. Тони из-под кольца. Да. Есть. Плюс 2. Один убежал. Ух ты, как хорошо большого задействовали. Надо держать, надо спину ставить. Отлично. И отлично для Берзавров. Еще плюс 2. И еще раз, отлично, в этот раз получается забить, совершат эту атаку. Ой-ой-ой, чуть не потеряли. Хорошо. Ну и трешка от Берзавра. Сегодня у них чуть лучше летит, чем у Джек Джампас, но Панченко четвертый номер. Что, ну да, просто чуть больше летит. Чуть более эффективно они работают. Еще 2 очка есть от Рыбакова. И что это такое? Со стороны Берзавров тоже какие-то неудачные пасы. Вот, ну и Тони отвечает мимо.
Второй забивает. Отлично. Смогла ничего сказать. Тони, давай. Из-под кольца. Есть контакт, друзья. На последних минутах.